А мы начинаем второй день выставки CPM. Рядом со мной находится Купряхина Ирина, представитель компании Fashion Lab, F-Lab. Ирина, добрый день. Расскажите о вашей компании. Ну, наша компания именно F-Lab, это буквально, нам еще даже месяца нет, вот только-только представляемся и выходим на рынок. Это новая линейка нашей продукции, нашей фабрики, одежда для женщин плюс сайз. Сейчас это очень актуально, к сожалению, или как, я не знаю. Но вот мы только-только выходим на рынок, и поэтому вот мы как раз приехали сюда показать свою продукцию, возможно, найти каких-то поставщиков, найти каких-то байеров, кто бы мог нас представлять. У нас очень большая команда, команда профессионалов. Мы из Казани, мы представляем фабрику Ирен, и вот как бы на этот рынок только-только первый раз пришли на выставку какую-либо в Москве. Надеемся, что это будет первый, но не последний раз. И надеемся, что это будет очень классно. Уже второй день, нам очень понравилось здесь. Плодотворно, да, работа проходит? Да. Очень хорошая работа, очень много интересных людей, очень много молодых дизайнеров, которые вот с разных регионов нашей страны. Просто потрясающие люди, просто такие креативные все. Ирина, хотел вас спросить, так как вы компания новая, в каких торговых прилавках можем увидеть вашу одежду, либо в интернет-магазинах? Ну, сейчас мы планируем, у нас 5 марта будет презентация в Казани, закрытый показ. Как раз там будем презентовать. Вообще у нас есть несколько своих магазинов в Казани, в Зеленодольске, ну, в Татарстане именно. Вот. И, естественно, интернет-магазины у нас будут, они есть, но сейчас вот будем размещать все это. Ирен, так как мы находимся на выставке CPM, чтобы люди, которые приходят на эту выставку, могли увидеть и потрогать вашу одежду, куда им надо пройти? Мы находимся в павильоне 7. Я даже не знаю, как... Мы сейчас на бейджике просто подсмотрим. 7А08. Вот. Я что-то даже извиняюсь. Ирен, спасибо вам огромное и хорошего дня. Вам спасибо, всего доброго.